один из первых ЦОПов России. Это единственный на сегодняшний день, который находится на базе педагогического колледжа. И все, что вы видели, то есть, что мы сейчас видели, это говорит о совершенно новом направлении в области среднего профессионального образования. Да? И те курсы, которые сейчас здесь читаются, здесь идет повышение квалификации, здесь идет подготовка педагогов, здесь идет подготовка и переподготовка лиц серебряного возраста, как принято сейчас говорить, совершенно справедливая характеристика. И это все сделано на базе очень важных, новой материально-технической базе. Причем здесь используются все достижения WorldSkills российского направления нашего. И вот те достижения, которые в том числе сборная Татарстана показала и в российском мировом чемпионате, они здесь тоже получили свое предназначение. Центр опережающей профессиональной подготовки не занимается переподготовкой как таковой. Он агрегатор образовательных услуг. Он больше методический центр. Он сводит образовательные учреждения между собой и выбирает то образовательное учреждение, где как раз и будет проходить переподготовка. Но может предоставлять площадку для переподготовки кадров. Если говорить про конечного потребителя, они заходят не сюда, в ЦОП, они заходят на цифровую платформу и смотрят, какие образовательные программы есть в каждом из учебных заведений, выбирают подходящие для себя. Если не нашли, они могут обратиться к консультантам Центра опережающей профессиональной подготовки, чтобы подобрать такую программу. Если мы говорим про предприятия, как заказчиков образовательных программ, как, например, Ford Sollers, мы для них находим тех, кто будет реализовывать из образовательных учреждения. Для нас было важно обучить как преподавателей образовательных организаций, так же и наставников предприятий. То есть наша цель – объединить обе стороны и организовать общее обучение для внедрения дуальной системы образования по специальности мехатроника. Как уже известно, мехатроника сегодня входит в топ-50, это востребованная специальность в нашем регионе.